Это продолжение моей дуэльной игры, в которой я играю за Японию против Египта. Если вы смотрите не сначала, а вот наткнулись только на эту серию, то рекомендую перейти к первой серии дуэли. Ссылка на нее появляется в верхнем правом углу. Начните смотреть с первой серии и продолжайте. Игра получилась длинной, поэтому она и разбита на серии. Всем остальным приятного просмотра. О, да, это я правильно сделал. Так, теперь мне соперник мешается тут. Но он, правда, по одной клетке может только ходить. Так что я его не очень боюсь. Тем не менее... Ситуация не очень приятная. Так, что у нас тут? Караваны все бегают, отлично. Что у нас... Если переключить на еду. Еда, 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 еда. А, то нельзя обрабатывать. Блин. Ну, очень вовремя. Короче, у меня тут пришли варвары. Я вот просто не вижу, как этот. Походу, он мне караваны все-таки не разграбит. Ой, Брюссель стал моим дружочком. А куда... Рабочий делся. Тут же стоял, куда он пошел? Должен был... Вот он. Странно, он повел рабочего, конечно. Ну, компьютер. Так... По-моему, не должны мне разграбить караван. Да блин! А вот это уже хреново. Я его, главное, проатаковать не могу. И встать никак не могу. Трындец. Ой, ну наконец-то я его обратно заберу. И подойти, главное, смотрите, я... Надо было не спешить, надо было постоять, подождать. Посмотреть, что он там делать будет. Секунд. Все. Норм. Да, ну сейчас-то караван-то разграбят. Возможно, даже не один.
Чё, все еще нет? Прикол. Так, он уже два раза походил. Отлично. Ну, убейся. Вот, блин. Просто нет слов. Это с хождением по холмам, с великой стеной у меня, я все равно вот такую хрень устраиваю. Как вам? Ну, вот сейчас. Да, три. Три каравана. Класс. А, это нет, два. Это просто дороги типа нету. Тогда норм. Но два каравана, потому что Лёша дебил. Удачно. Ну, сразу у чувака деньжат приплыло. Так. Ни хрена не успеваю. Так, сохраним на мечети теперь. Так, значит, два каравана сюда бегают. Мне надо... Два отсюда как раз. И один отсюда. А, уже больше нельзя. Так, универ построен. Сначала дорогу починить, а потом походить. Как вам такой вариант? Да знаю, что голодает. Thank you.
Так, тут универ. Так, сады. Голодает. Ну, 19 ходов можно и поголодать. Блин, одним копьем. Вот чувак просто высадился одним копьем. Потому что Леша спит в это время. Одним копьем столько всего понаделал. Так, здесь надо сначала обсерваторию построить, а потом уже караван доделывать. Я первый по армии. Блин, на 6 тех уже впереди, египтянин. Надо Мбанзу захватывать. Брюссель хочет терракотовую армию. Антананарива взять дань с Мбанзы Конго. Так. Я, пожалуй, посажу в академию. Блин, вот мне из-за этих лагов я просто тупо не успеваю походить. Так, дорога восстановлена. Караван в Токио отправился. Интердам. Уже, да. Мачу-Пикчу еще, конечно, надо бы. Я думаю, раньше пирамид надо сделать. Он вроде нигде Мачу-Пикчу не стоит. 19 уже. Круто. Хотя и у меня вроде не так уж плохо. Значит, Брюссель хочет терракотовую армию. Но сначала мы в Осаке
Обсерваторию достраиваем. О, у меня уже минус 2. Где я не построил Колизей? Вот здесь. Придется его купить. Колизей мы купим. Ну, потому что все равно мне... Я пока еще не планирую ничего апать. А здесь построим Циркус Максимус. Так. Он явно ко мне посадил шпиона, это понятно. Тут озеро просто, вот то, что я вокруг обработаю озеро, будет давать как от речки. Блин, хочется Мбанзу Конго, конечно, захватить. Очень сильно мне хочется. Мачу-Пикчу. Знаете что, надо мне не ставить тут в очередь, а то он просто подсматривает за мной и строит. Колосс. Как я так до сих пор просто в офиге от того, как я тут пропустил пикинера. Как всегда, Лёша расслабился. Я попробую запретный дворец урвать. Так, минус пошел по настроению. Ну, блин, производство одинаковое, главное. Ну вот, великого ученого хочет. А у меня-то великий ученый совсем недавно повернул. Терракотовую армию я Брюсселю обеспечу. 6 ходов. Надо к этому времени как-то юнитов поразнообразнее, что ли, сделать. О, он открыл этим ходом банковское дело.
Блин, я походу, если он принял патронаж, то я, конечно, запрет на этот не построю нифига. Походу, мне надо идти, наверное, в армию. Как-то на развитие у меня не очень против Египта получается, да? Так, что он там принял? Около дружеских городов плюс 20% силы. Плюс 4 от, ну это пантеон. Плюс 15 влияния от тех городов-государств, которые в его религии. Пагоды, и каждое чудо дает веру. Сейчас я просто хочу глянуть, что он начнет строить в Фивах. Если запретный город, то начинать нету смысла. О, генерал. Так, ну что, мы Банзу Конго попробуем захватить. Сейчас выйдем в арбалеты. А так как терракотовая армия, так, давайте рыцаря, чтобы лишнюю армию мне дало. Нет, не строит запретку. Ладно, и мы тогда, наверное, обождем. Ох уж эти лаги. Блин, Антананариву. А я так его любил.
давай, блин, ну что за лаги-то, а? Ай. Ну вот. Значит, все-таки у него шпион у него сидит. Так, он предложил религию, мы ему предложим. А у него тоже есть соль, смотрите. Благовоний запрет. И нам надо построить запретный город таки. Обождем. Пускай лечится тут дорогу. Все, Брюссель и Лавента перестали мне всякие ништячки давать. Так, у меня религии меньше, чем у лидера. Жаль. А, ну вот терракотовая армия сейчас мне поможет. Так, плюс по счастью наступил. И мы строим. Здесь мы, пожалуй, еще один арбалет. Вообще 28, по идее, это немного. Так что должен браться город. Отлично. Так, Брюссель следующим ходом дружбаном станет.
Пойдем чинить. Ну. О, отлично. И надолго, интересно? Ну, хотя бы на 7 ходов. Хотя бы так. Так, мбанзу я беру. Это меня несказанно радует. Вот что меня не радует, так это постоянное отставание от столицы соперника по жителям. Вообще никак не может меня это радовать. Так, один. Ну, блин, а... Окей. Тут мы тебя поймаем. Ой, блин, не так походил. Ну, следующим ходом возьму мбанзу. Золотой век, отлично. И тут караван готов. У меня между всеми городами караваны бегают, что не может не радовать. Так, 3, а так 4. Ладно, пускай так будет. Тут у нас что? Ну, чини, чини. Пускай убегает куда хочет. Странное решение. Ну, это было понятно, что там построится. Давайте-ка мы в Антананариву посадим.
Блин, он увеличил защиту, ну... Это видео традиционно вышло при поддержке 2GIS. Странно, что многие думают, что 2GIS это просто навигатор или карта городов. Нет, там много полезной информации. Например, думаете, в какой ресторан отправиться? 2GIS показывает отзывы из Foursquare и Flampa, чтобы вы сделали правильный выбор. Так что рекомендую зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы. Так, воркшоп построен. Ну что, я возьму наконец этот отвратительный город. Ну стреляй, стреляй. Да ладно. Да вы издеваетесь. На последнем, так сказать, на последней ниточке. О, голиасы. Ну беги, беги. О. Не, не буду пока апать. С Брюсселем вовсю воюют. Надо бы, конечно, Брюссель как-то оставить союзником. Так, начинаем ученых солить. Ну, голиасами обстреливать. Так, как-то мне тут никак, к сожалению.
пускай тут генерал стоит. Так, на производство надо теперь все опять. Убил. Отлично. Блин, он все-таки построил запретный дворец. Ну, класс. Теперь все в Конгрессе не за меня будет. Короче, надо строить армию и... А, блин, в бан за Конго... На счастье у меня есть? Ничего нету. Тут что-нибудь на счастье есть? Тоже ничего. Что, он, может, еще открыл навигацию, хочет апнуться? Нет, не открыл. Ну беги, ой, ты, боже ж ты мой, ну. Классно, дает мне уголь. Так, я думаю, что деньги надо дать Брюсселю. Но без вариантов, так что проголосую за Египет. А долго Антон на Риву будет? Ну, не особо. Пускай тут постоит. Семьдесят. Мне просто тогда не хватит денег
дать Брюсселю. Я не хочу терять с Брюсселем связь. Ну, он вполне может перекупить его. Видите? Ну, он в индустриализацию вышел. Начинайте, что надо лучше суд построить, он больше уберет несчастье. Поплыл, давай, быстрее плыви. Обстреливай моего рыцаря. Так, значит, тут можно попробовать пробраться. Нельзя нам терять Брюссель. Я, кстати, вообще уже и через океан могу плавать, да? Что-то я забыл. Ё-моё.
Все, хана. Иудаизм хотят, чтобы на них распространился. О, и как раз Айвори, который хочет Брюссель. Ну, правда, Брюссель скоро возьмут. Да, как же мне догонять-то соперника по развитию? Что-то вообще ничего не соображается по этому поводу. Так, этого сюда и можно попробовать захватить, а этого сюда и попробовать сюда встать, при этом спасти этого рыцаря. Чем убил?
Гатлинганом. Блин, мне надо как-то купить мастерскую. Ох. Триста двадцать. Боюсь, убьют тут моего копья еще до того, как я успею что-либо разграбить. А нет, успел. Ну, мне кажется, не имеет смысла сюда мне прыгать. Что меня убьют все равно. Я захвачу, конечно, рабочего, но рыцаря мне убьют. Тридцать пять. Да, он туда еще и караван пустил на деньги. Грустно, печально. Я тут что не обработано, вот, ладно. Может сюда встать под фивы, хотя бы. Ну, убьют, убьют все равно рыцаря. Ну, гляну хоть что тут. Правильно? Хрен. Сто двадцать девять. Шанс переворота ноль. Вообще минус восемь стало.
Ох. Ну, что он разграбил? А, он захватил. Видимо, уголь только там у него. Он открыл же уже уголь. А так как-то и не выглядит, что я сильно проигрываю. Все обработано, обработано. Может, пускай он пытается меня захватывать теперь. Надо было перекинуть в Банзу Конга, но, блин, тут нету еще мастерской. Еще надо ее построить для начала. Там уже Колизей. Что ж так медленно все? О, фрегатики. Ну, знаете, он одним городом будет строить фрегаты. Ну, Банза Конга не берется таким макаром. То есть он, конечно, может там фрегатами атаковать, но, по-моему, арбалетами отбиться можно будет. Сделаем. Правда, если он пойдет вместе с гатлингами, будет не так весело. Ну что, возьмет он Брюссель? Так, и в принципе, у него же тут караван какой-то бегает морской. Во, в Антананариву. Надо мне в Мбанзи Конго
Каравелку какую прикупить. И разобраться, что за дела. Что, построить тут дорогу? На всякий случай. Стоп, у меня ж тут, блин, давным-давно гильдия артистов построена. Так, один ход до школ. Может попробовать пойти во рту, сжечь ученых, вот тут арту поставить. Потратил деньги на лавенту. И надолго. Ну, прилично, да. Может захватить ее. Походи ты, ну боже ж ты мой. Вот эти лаги больше всего раздражают. Так, все тут уже. Сделано. Можно продавать. Потихоньку рабочих. Да, слушайте, давайте попробуем выйти во рту. И хотя бы Мемфис. Потому что вот тут хорошо стоит арта. До Мемфиса отсюда достреливает. Блин, я уже тут все обработал. Не к чему больше стремиться. Так, когда у меня там караваны закончатся? Киото в Токио два хода. Перекину, наверное, в Мбанзу Конго тогда.
Что тут происходит? Да, еще 10 ходов. Там через 7 ходов какой-то закончится, так что пускай на производство бегает. Ну вот единственное, что он, конечно, растет как не в себя. Соперник мой. Душевный. Ставим тут арту, пересаживаем шпиона в Мемфис. Ну а смысл, у него денег дофига, да? То есть смысл мне держать в Антонаре, он все равно потом перекупит. Давайте я сразу в Мемфис, собственно, и посажу. Тем более я буду знать, что он там строит. Ну, к сожалению, он все может принять и отклонить. Конгресс я проиграл. Даже не глядя на его эту религию, ну, просто достаточно было запретный дворец построить на самом деле. Что-то он Брюссель решил не захватывать. Интересно, где у меня уголь? Есть ли вообще у меня уголь? Так, дорога тут построена. Да, блин, Мачу-Пикчу очень неплохо дает денег.
А у меня даже с религией денег нету. Так, в общем, рабочий уже не нужен. Мечника, наверное, убьют, ну и фиг с ним. Ну, просто у меня дофига армии. Хотя по силе я все равно проигрываю. Так, там 146, просто потому что он фабрики построил. А я еще в фабрики не вышел, я первым делом решил в школы, потому что отстаю по науке. Сейчас посмотрим, насколько это правильно было. Да, мечника убили. Так, он потратил инженера на фарфоровую пагоду. Отойду. Так, что тут у нас происходит? Порядок принял. Ну, вот это он, кстати, зря. Ему надо было брать свободу и выносить меня иностранным легионом. А теперь у меня есть шанс. Так, когда там еще караваны? Через два хода. В Киото на жрачку бегал. Давайте на производство отправим. Ну, где у меня будет уголь? И будет ли он в принципе? Давайте смотреть, что он строит. Сикстинскую капеллу. Публичную школу. То есть он в школу уже тоже вышел. Но я немножко раньше. Отлично. И он прям даже у меня сразу есть. Это прям очень хорошо. Так, сразу Золотой век еще запустим. Так, что тут у нас? Школка. Шесть ходов. Какой нафиг зоопарк? Так, давайте в электричество. Я вот просто решил, что действительно нафиг мне. Хотя не, арта не помешает. Я вот арту тут поставлю, а под ее эгидой буду высаживать иностранный легион. Так, ну и с углем мне, в общем, повезло. Конечно, местность у моего соперника намного лучше, чем у меня. Просто кайф от такой местности. Знаете что, не пойду я тогда в электричество. Давайте я сразу уже пойду к арте.
Зачем мне вот тут фермы строить? Вот я шахту вот здесь построю. Вот этот караван уже можно перекинуть в Мбанзу Конго и отправить на производство в Киото. У меня уже все на производство тут бегают. Нет, еще один из Осаки в Токио. На еду. Нет, денежку будем копить на апгрейд в артиллерию. Да, гидростанции строят. А я и не сомневался. Интересно, давайте глянем. У меня 158... 158 и 87 в городах, где... А у соперника 228 и 51. Ну, тут больше за счет того, что у него больше населения, собственно, на 7 жителей. Вот видите, насколько больше это дает колб. Ну, слушайте, тут уже все обработано по-хорошему. Можно еще в тундре, конечно... настроить этих, так, подождем, торговых постов. Ну, как всегда, на карте Запад-Восток игра получилась долгой на развитие, поэтому мне приходится разбивать на серии, иначе я просто это видео не загружу. Продолжение, я надеюсь, вы увидите завтра. Ну, если у меня будут какие-то проблемы с загрузкой, то послезавтра уж не обессудьте. А пока пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. И раз вы досмотрели до конца, то у меня к вам просьба. Поставьте лайк, вам это ничего не стоит, а мне будет приятно и поможет распространиться моему видео. Ну и если вы хотите поделиться этим видео, то я совершенно не против, а только рад. Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях или просто сообщите вашим друзьям. Спасибо, что досмотрели до конца. Удачи и играйте в умные игры.